Всім привіт! Ми з України, місто Кривий Ріг. Сьогодні у нас 5 июня 2022 год. Созріває черешня Ріта. Надранній сорт. Венгерська селекція. Сорт у мене вже давно. Кожен год з хорошим урожаєм. В прошлом году я не успел накрити сеткою. І шпаки її за один день уничтожили. В этом году я приготовил сеточку, накрыл, и уже шпаки уже боятся залетать. Там есть единичные случаи. Ну а так в основном черешня спасена. Что интересно, они уничтожают только надраннюю черешню. Потом средние черешни они уже не трогают и поздние. Черешня в районе 8-10 грамм, больше и 8 грамм. Но если поработать с ней, то можно и 10 натянуть. Консистенция мякоти очень сочная, очень нежная. Сладкая, с легкой кислинкой. Очень вкусная. Для надранней черешни она из самых, одна из вкусных. Так как майка, допустим, она мельче в два раза и вкус у нее водянистый. А здесь уже вкус черешни. Также занимаемся выращиванием этих сортов риты и других сортов черешни. Разных плодовых культур. Большая коллекция персика, новых сортов. Обращайтесь, звоните, заказывайте саженцы. Цены доступные в этом году. Также занимаемся черенками. Рассылка по всей Украине. Для летней кулировки и зимней прививки. Также заказывайте, кого интересует. Вот. Черешня этой доволен. Для себя, для дома надранняя черешенка. Только нужно ее сохранить. Если есть проблема с шпаками, с воронами, то, конечно, они ее уничтожат сразу. Кушают, еще полузеленые. А так уже сегодня будем ее обрывать и кушать. Всем спасибо за внимание. До новых встреч, до новых роликов. Всем пока.